те фотографии, которые прошли цензуру. Но без фотошопа, что очень важно. Без фотошопа, но с цензурой. Действительно, не так давно у нас прошел корпоратив в одном из ресторанов Москвы. Было очень много народу. Но, можно перечислить еще раз. Только приглашенные, да, только узкий круг сотрудников телеканала РУ-ТВ и, конечно же, узкий круг артистов. Но этот узкий круг включил в себя самых известных людей нашего шоу-бизнеса. А мы сейчас никого не обидим, если их начнем перечислять. Давай лучше не будем, а то вдруг кого-то не пригласили. Давай просто покажем фотографию. Давайте. Вот узкий круг. Кто это? Это я. А вот человек, который справа, дай бог мне памяти, никак не могу понять, кто этот человек. По-моему, это не наш сотрудник, нет? И, по-моему, даже не артист. А кто же это? И даже не мой парень, я не знаю, кто. А вот здесь все ясно. Нелли Ермолаева, как обычно, третирует Ивана Чуйкова. Что за кадром, что в кадре, жизнь протекает одинаково. Да. Ваня, кстати, вообще в последнее время перестал разговаривать. А что, замкнулся в себе? Ну, а это фотокарточка, где все виджеи телеканала РУ-ТВ танцуют под Диму Билана, если не ошибаюсь. А, нет, Виагра пела, Перемирие они пели. Перемирие, точно. Да, кстати, очень круто спели. Вера Брежнева танцевала в первом ряду прямо возле сцены. И тоже пела, между прочим. Тоже пела, да, вообще было очень весело. А что касается Веры Брежневой, сейчас она появится на экране. Вот, кстати, кадр, да. В черном платье, если кто не узнал. Не та, что справа в желтой рубахе. Да. Их периодически путают. В желтой рубахе это Алена Бородина. Нет, это Лиза Жаркин, конечно. Наша ведущая. Вот, кстати, насчет Веры Брежневой. Я прям была приятно удивлена, как умеет она веселиться. Не только. Да, она молодец, кстати, да. Вот открыла рот и пошла. Правда, вот серьезно, без шуток. Прям ржала весь вечер. Прям очень позитивный человек. Ржала?